Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусные, ароматные, сытные овощные блины с кабачками и картофелем. Такие блины приготовить совсем несложно. Их приготовление мы начнем с приготовления теста. В глубокой посуде смешиваем тертые на крупной терке кабачки, тертый на крупной терке картофель, яйца, молоко, солим и перчим все это великолепие по вкусу. Добавляем измельченную зелень. У меня здесь зеленый лук, укроп и петрушка. Добавляем муку. Три столовых ложки растительного масла. И разрыхлитель теста. Хорошенечко перемешиваем все это до однородного состояния. Готовому тесту даем отдохнуть минут 5. Минут через 5, когда тесто отдохнет, можно приступать к жарке блинов. Небольшими партиями выкладываем тесто на разогретую, смазанную растительным маслом сковороду. И жарим блины до румяного золотистого цвета с обеих сторон. Жарить блинчики нужно на среднем огне для того, чтобы они хорошенечко пропекались и не горели. Когда поверхность блина полностью поменяет свой цвет, это сигнал к тому, что блинчик пора переворачивать. Переворачиваем его на другую сторону. И жарим блин со второй стороны. Когда блинчик подрумянится со второй стороны, перекладываем его на тарелку и смазываем блин растопленным сливочным маслом. Таким образом пережариваем все тесто. Когда блины будут готовы, с пылу с жару подаем их к столу. Подавать такие блины лучше со сметаной. Я надеюсь, что вам понравятся овощные блинчики с кабачками и картофелем, приготовленные по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!